Я Фомичев Сергей, мастер спорта по становой тяге. Рекордсмен России, Европы и мира. В этом спорте я участвовал в соревнованиях в 2007-2008 году, потом был небольшой перерыв. В 2020 году я решил попробовать в отдельных упражнениях именно становой тягой. Цели конкретно не было. Было желание выполнить норматив мастера спорта по становой тяге. Подготовка к данному званию началась 17 февраля 2020 года. Становая тяга мне очень близка, так скажем. Длина моих рук и ног идеально подходит для выполнения данного упражнения. Плюс я использую технику, где я максимально могу широко поставить ноги, тянуть прямым хватом, ну, либо тяжелоатлетическим хватом, замком. В среднем тренировка моя занимает от 3 до 4 часов. Я должен обязательно делать какие-то гимнастические упражнения, растягивать мышцы. Если я это не делаю, то у меня накапливается молочная кислота, которая приносит очень серьезный дискомфорт. Самое лучшее – это именно вот, делать растяжку, какие-то упражнения из йоги. Ну, конечно, у меня нет гибкости, но я стараюсь. Был командный Кубок Европы. Я был без команды. У нас было всего 2 участника. В принципе, я был в неведении какое-то время. И мой же тренер, он сообщил мне, что помимо норматива мастер спорта получилось выполнить рекорд России, Европы и мира. То есть для меня это было просто очень неожиданно. Получилось так, что мастер спорта я только выполнил в 40 лет. Среди моих соперников, в принципе, ниже международных мастеров спорта не было никого. Но я хотел показать, что есть такой город Балашиха, есть клуб «Витязь», заявить о себе, что я могу. Наверное, это было самой главной мотивацией. Планы, как всегда, конечно, есть. Они, наверное, чуть-чуть грандиозные. Название «Мастер спорта» не хотелось бы останавливаться. И я надеюсь, что следующая ступень будет международный мастер спорта. Я к этому иду, я буду стараться.